я такой охуенный, должен снимать какой-то ебучий ASMR. Блять, ну как так произошло? Пиздец. Ну как так, блять? Я такой охуенный в свои 40 лет, должен снимать ебаный ASMR. Нет, я люблю ASMR. Смотрел сегодня девчонок. Блять, там охуенные девчонки, пиздец. Но они молодые, им по 20 лет. Возрасту мне в точке подходит. Хотя моей точке 19. Да мне похуй, короче, нет у меня точки. Идите нахуй. Я все равно в любой момент могу наебать. Могу придумать, что есть точка. Могу придумать, что нет точки. Бля, вообще похуй. Просто, блядь, ебаный ASMR. Я вообще такой сижу, блядь, надо спать, короче, лечь такой, блядь, сейчас спать лягу. Ну, блядь, такой думаю, надо снять же что-то, какое-то говно шепотом. Типа, блядь, как будто бы, блядь, стрим даже, ну можно, ладно, стрим, хуй с ним, стрим не буду делать, но, блядь, канал, блядь, раз канал, блядь, СМР, блядь, надо снимать, блядь, да иди ты нахуй, сука, заебал ты нахуй. Подожди, как не смотреть на себя? Я и так охуенно, я знаю. Тут у меня стрим ростика идет. Ну и похуй. А нужен ростик вам? Блядь, пиздец. Да идите нахуй, буду ростика включать. Этот ебучий СМР, а как я узнаю, сколько он снимается уже? Ну давай так. А хотя, блядь, я не знаю. Ну, блядь. Я имею в виду, как я узнаю, как там мне заканчивать. Не, прикол в том, что стрим надо или не надо, я не знаю. Типа, YouTube не работает, хуй знает, короче. То есть, как не работает, он как бы работает, в то же время не работает. Пиздец какой-то вообще, блядь. Ну, просто... Сейчас время. У меня 23-21. Я вроде как будто бы могу лечь спать. Но я каждый день ложусь спать, блять, в 4 часа. Блять, я. Ну, я лег спать сегодня, считай. В 4 утра. Ну, типа, блять, пиздец. Я как будто бы заебался уже в таком режиме. Ну, я спал 8 часов. Но я заснул. В 5 утра проснулся в пол второго дня. Пол второго. 13:29. Я так, сука, заебался, пиздец, в этом графике ебучем. Все так произошло, блядь, неожиданно. Ну, то есть, я как будто бы решил постримить, там начал стримить. Заебывает, типа, мой режим там, что надо его как-то восстановить, там хуй знает. Ну, то есть, блядь, я спать хочу сейчас, пиздец. 23-23, кстати говоря. Охуенная любовь и благодарность. Вот и все, долбоеб, что случилось? Нет такого, что я нихуя себе. А что это? Что это? Маме передай. Бля. Вот и все, долбоёб. Вообще так-то, ну, реально проебывается по факту времени дохуя. Вот если в таком режиме жить, что ложишься спать, там хуй знает, ну, сидишь ночью, нихуя не делаешь. Все равно, ну, я не работоспособный. С одной стороны, ну, типа, мне похуй. Блять, нахуя, нахуя у меня наушники на башке. В них ничего нету, блять, в них ничего не говорит. Знаете, как девочки ASMR-тистки делают, они себя слушают. Я себя не слушаю, это пиздец, это неудобно. Потому что с отставанием. Ебануться, блять, ебанумба какая-то, нахуй. Я вот думал купить микрофон, такой сижу, бля, микрофоны как бы дешевые. Смотрю, девчонки там снимают. В плейлист можете зайти, у меня есть плейлист ASMR. Там добавил девчонок, которых смотрел.
изображение, конечно, охуенное. А, вот так вот, если я сделаю так, вот вы будете видеть меня. Вот так вы будете видеть меня. Но я на этой видеокамере охуенный, конечно. Позора нет. Бля, мне так впадло ее, сука, настраивать. Подключать к компу, блядь, пиздец. Да еще заебешься. Под нее штатив надо. Знаю вот эту тему, мне как бы что-то какое-то утомление накопилось.
гулять. Это немного. Потому что, ну, по сути-то, я никуда особо не сходил. До соседнего района дошел там чисто. У меня, правда, накопилось еще дома. Когда руками макаешь, я просто делал что-нибудь. Тоже накапливаются движения.
вся эта совиная хуйня, блядь, становится какой-то нерабочей. Куда-то, блядь, отпадает, нахуй. То, что люди не ночные жители, нихуя не совы. Люди дневные жители. Вот и все толпоеб, что случилось. И, в общем, я такой, типа, сижу и думаю, блядь, наверное, стримить где-то, может быть, там, в 6. Я сейчас скажу в 6. Это по моему времени 6, а по какому-нибудь, по московскому, это, блядь, 4, блядь. Ну и похуй. И зрители, которые вообще там с Дальнего Востока, блядь. Когда у меня 6, у них уже, блядь, 12, нахуй. Вот и все, долбоёб. Что случилось? Бля, сейчас этот видос запишу, эту болталку ебучую ASMR. Еще ее загрузить надо. Ебаный в рот. Сука. Не, блядь, заебись, я как бы на похуй всегда снимал. Знаете, когда я стал снимать ASMR, типа, блядь, я такое, что, ну, по приколу снимал. Ну, я как бы охуенный, но проблема в том, что я, блядь, я к себе серьезно не умею относиться, у меня не получается. Чтобы я такой, типа, серьезно отнесся к себе, серьезно что-то сделал, и типа, блядь, из этого вышло как что-то охуенное, у меня так не получается. Ну, банально, блядь. Не могу к себе серьезно относиться, не умею, блядь. Как к серьезному взрослому человеку, блядь, не умею, нихуя. У меня так не работает. Поэтому все, что я делал, оно все на таком уровне, блядь, на каком-то наебанутом. Типа, блядь, на такой стёб, чисто по приколу. И ASMR также начал делать. Но в итоге я что-то заёбывался, блядь. Вот на этом канале даже. Ну, до этого-то канал у меня был, который я удалил. Я там что только не делал, всякую хуйню. Но как бы старался тоже и ASMR там. Потом этот канал появился. Снова, блядь, начал что-то стараться, блядь, делать, нахуй. Вот. А сейчас что-то, блядь, вообще... Я вообще похуй. Ну, главное, ASMR, блядь, делаю же. Хули тебе надо? Я же болталку делаю. Ну, блядь, я чё, ёбаный в рот девочка, нахуй, или чё, блядь, сидеть, блядь. Я могу поделать, конечно, поцелуйчики. Я, блядь, чем только, чё только не делал. Но меня заёбывает, пиздец. Мистер Поняша, кстати, смотрел сегодня. Он парился, короче. Такое ощущение, что он реально меня посмотрел. Я когда говорил, что мистер Поняша, ну, такой челикс. Есть такой челик, который, типа, делает ASMR, там, мукбанки снимает. Но он, как бы, давно уже. У него там 13 тысяч уже подписчиков накопилось. Но у меня такое ощущение, я говорю, что он меня смотрел когда-то. Еще когда у меня канал назывался Мистер Эрик Страйк. И он как будто бы назвал тоже по аналогии со мной Мистер Поняша. А сейчас смотрю, у него видосы появились еще у него. У него как бы два канала. На одном канале мукбанки, на другом канале чисто ASMR. Я там смотрю, у него уже он бреется, короче. Я такой думаю, блядь, по-любому смотрел мои стримы. Я на стримах говорил про бритье. Я бриться научился в 40 лет просто. Как, хотя, блядь, я не знаю, может как бы дело не в том, что я научился. Но мне просто кажется, что я перестал резаться. Ну, я, в принципе, может быть, давно уже бы перестал резаться. Но я, то есть, давно, блядь, уже не брился. Станками. Ну, то есть, тут, короче говоря, тут произошла такая хуйня, что я в Ютубе наткнулся на такую категорию. Как сказать, такое направление. Направление таких видосов, где мужики показывают, как бреются, влажное классическое бритье Т-образными станками. И я просто, ну, посмотрел, я понял, как бы принцип бритья, я не понимал, блять, как принцип. Ну, почему я не понимал? Потому что, блять, я всегда резался, блять. Я какими станками только не пробовал, у меня были там жилеты, я все время резался. Но тут, возможно, проблема в том, что у меня кожа просто нежная. И типа, блядь, все, что лишнее, все, блядь, зарезается, нахуй. Может быть, блядь, просто
лезвиями, и он, блядь, без пены, ну, он шампунем как бы делает. Как будто бы он говорит, что по шампуню хорошо скользит. Нахуй знает, блядь. У него еще такая щетина большая, и он все хуярит, хуярит. И у него уже мыла нет. А он все хуярит. И даже против роста волос хуярит. И не режется, блядь. Получается, очень многое зависит от кожи. Возможно, что она реально загрубевает с возрастом. И просто поэтому я уже перестал резаться, может быть. Но надо будет попробовать, когда деньги будут, я бы попробовал Gillette Fusion. У меня есть станок Gillette Fusion, но надо кассеты покупать, они дорогие. Пока что у меня Т-образная рапира. До этого я вот когда увидел видосы про влажное классическое бритье, я такой, типа, о, нифига, я понял, как бриться надо, короче. И такой, давай бриться, короче, но заказал, эти одноразовые. Я заказал себе рапиру на Ватбрис. Но пока я ждал, когда она придет, я в фикс-прайсе купил одноразовые рапиры и брился ими, пока они не закончились. И мне понравилось одноразовыми рапирами. Но потом они, когда закончились, я стал уже Т-образные рапиры станком Т-шкой бриться. Кстати, зря металлическую тоже купил. Вот металлическую тоже не посоветовал, потому что она скользит в руке. Я это нахуй все рассказываю вообще, как бы это все, блядь, бред какой-то. Ну похуй. Кстати, могу вот так вот делать, да, тоже по идее СМР, да. Блядь, вот так буду стримить, короче. В следующий раз сяду, короче, вот так вот. Вот так, короче, отвалюсь нахуй. Засну нахуй и буду вот так вот, блядь, втыкать нахуй. И вот так вот стримить буду. Бля, я хуй знает. Может, завтра сделаю стрим, а сегодня, блядь, вообще у меня не стоит уже на стрим. Но вот больше всего, вот, блядь, насколько я, сука, люблю тренироваться, пиздец. Вот мне хочется постоянно тренироваться. Вот даже сейчас. Мне как бы надо. Я не хочу стримить, не хочу записывать видео, блядь. Я как бы хочу спать, но еще, блядь, я хочу тренироваться, что-то делать, блядь. Я понимаю, что все время нельзя тренироваться. У меня, блядь, уже организм не восстанавливается так. У меня бы восстанавливался быстрее организм, если бы что-то. Блядь. Это у меня штора такая. Думаю, что у меня, блядь, какая-то, блядь, антенна торчит. Из головы, блядь. Антенна из головы торчит, блядь. Вот и все, долбоёб. Я, блядь, восстанавливался бы, наверное, быстрее, если бы какие-нибудь хавал спортивное питание. Он мне сейчас денег кинет, спортивное питание. Вот и все, долбоёб. Ладно, блядь, я заебался стрим этот записывать. То есть видос этот ебучий. Поэтому почти записал, ебануться нахуй. Все, блядь, спокойной ночи. Идите нахуй, вы заебались, сука.